Сегодня Белорусское радио – это более 30 станций с уникальным форматом и наполнением, которые теперь можно найти на одной платформе. В этом году в стране запустили уникальный проект. В одном плеере весь каталог радиоволн. Здесь новости, юмор, музыка на любой вкус и даже аудиоспектакли на мове. Радиопрограммы можно слушать в прямом эфире. Рассчитана платформа и на молодежь, и на тех, кто постарше. Мы должны идти в ногу со временем. Для нас крайне важно, чтобы и традиционная наша слушательская аудитория сохранялась, но и приумножалась за счет новых наших слушателей. Люди в первую очередь ценят то, что радиоплеер дает высокое качество сигнала. Плюс ко всему, это удобство интерфейса. Приложение уже есть в Play Market, в разработке версия и для автомобилей, оснащенных Android-системой, и для умных колонок. Это уже самая ближайшая перспектива. В привычном же формате настроиться на белорусскую волну можно даже в Африке. Они будут получать самую правдивую информацию о том, что делается в нашей стране. Меня спрашивают, а понимают ли они вот то, о чем мы говорим. Очень много кто говорит на русском, потому что выпускники из Советского Союза и учились у нас в Беларуси. Когда-то в советской классике говорили, что будущее за телевидением, но радио долгие годы старалось не отставать. И сегодня даже на фоне популярных соцсетей находит свою нишу и остается актуальным. Радио объединяет миллионы слушателей и делает их досуг комфортнее.